А народная артистка Казахстана Роза Рымбаева сменила имидж. Певица стала лицом известного итальянского дома моды. На торжественное открытие нового бутика пришли дети и друзья артистки. Почему любимица казахстанцев согласилась сняться в рекламе и как на это отреагировали ее родные? Анна Данченко узнала подробности звездной жизни. Я танцевать могу, я танцевать могу. Такой Розу Рымбаеву поклонники еще не видели. Народная артистка кардинально поменяла имидж. Теперь в гардеробе певицы не только платье, но и джинсы с футболками. Все это ради рекламной кампании одного итальянского бренда. Накануне в южной столице прошло открытие нового магазина, на котором Роза Куанышевна блистала во всей красе. Мы всю жизнь одеваем концертное платье, мы подбираем себе одежду на сцену, мы подбираем стили, новые моды, модели, новые образы создаем. Поэтому мне это наиболее близко. Я не могу стать, например, поваром там или строителем. Естественно, я близка к одежде. А вот сын Розы Рымбаевой Али Укапов такого не ожидал. Для молодого исполнителя стало шоком появление мамы в новом амплуа. Самое интересное, то, что я узнал на прошлой неделе, оказывается, они уже давным-давно это замышляли, готовили, и я понятия не имел. В силу занятости мамы как артистки, у меня это был шок. Я даже смеяться начал, я говорю, мам, можно же было сказать, а что вы сын? Между тем, личный стилист певицы Асия Бурлибаева признается, уговорить звезду стать лицом дома моды было не так-то и просто. А вот размер гонорара девушка предпочла не озвучивать. Это секрет, секрет конфиденциально. Но, естественно, статус звезды имеет хорошие суммы. К слову, казахстанские знаменитости все чаще стали сниматься в рекламе. Ради хорошего заработка звезды готовы рекламировать все. От продуктов питания и одежды до косметических средств. Ну, я рекламировала Apple Town. Это строительную компанию, в которой я приобрела квартиру. Естественно, за эту рекламу я получила большую скидку. Если брать группу «Перцы», касательно были пиар-акции, были промо-движения, то есть очень-очень много в этом плане было, ну, в смысле рекламы, то есть мы были лицами всяких спортивных отделов, каких-то бутиков. Своим новым образом Роза Рымбаева осталась довольна. Говорит, рада, что итальянский бренд подходит для женщин любых возрастов. И в свои 55 народная артистка чувствует себя комфортно в обтягивающих и женственных нарядах. Анна Данченко, Данияр Жусупов, Информбюро, 31 канал.